12 мошенников Украины. Многосерийный фильм о тех, кто нечестным путем зарабатывал миллиарды долларов. Этот сериал вышел 7 лет назад. Его показал один из центральных украинских каналов. Имена декого з них відомі усім. Інші ж уникали уваги публіки. Есть выпуск, полностью посвященный теперь уже народному депутату Дмитрию Голубову, киберпреступнику. Він та його спільники вкрали з банківських рахунків сотні мільйонів доларів. Ця людина і досі на свободі. Він відомий як український хакер під ніком Скрипт. В своє время Дмитрий Голубов чуть ли став не гуру или возглавил движение кардеров, так называемых. Это один из видов интернет-мошенничества. Признанным практически во всем мире, в Украине не так распространенным, но тем не менее, из Украины любой человек, имея доступ в сеть интернет, может так или иначе быть задействованным в околозаконных или даже нелегальных действиях с карточками, банковскими карточками людей. Пока все размышляли, как зовут мирового хакера, он продавал преступную схему карточным мошенникам по всему миру. Последние издали Скрипта, когда тот начал повышать цены. Ображені кардери розмістили в інтернеті фотокартку. Вони її підписали просто. Скрипт. Це Дмитро Голубов з Одеси. Арестовали Голубова в 2005-м. Он отсидел полгода, но якобы нехватка улик и, вероятно, поддержка в верхах помогли избежать заслуженного наказания. Хакер-миллиардер вышел из СИЗО и создал интернет-партию Украины, а позже стал народным депутатом. Теперь же одесситы не уверены в том, что выберут его снова. Нет, я не голосовала за этого человека и не хотела бы голосовать. Нет, не проголосовала бы. Нет, конечно, не проголосовала.